with Меня зовут Владимир, и добро пожаловать на канал WebPlay. Мы сегодня продолжаем проходить игрушку под названием Surviving the Aftermath. Обновление номер 2. Заставы. Итак, сегодня мы, я надеюсь, наконец-то, давайте зададим цель найти нам сегодня другое какое-нибудь поселение, и чтобы начать с ним торговать. И обознакомимся, начнем развивать далее нашу колонию. Так у нас не вчера мы довольно-таки неплохо развились, но мы при этом потеряли двоих людей, даже троих. Ну, как говорится, не страшно, у нас довольно-таки много людей, и все прикрыто, все на хорошо, и будем ждать новых приходов и дополнений к нашему этому, как говорится, поселению. Итак, смотрим, что на чем мы остановились вчера, что мы сделали. Да, ну мы построили дома двухэтажные, уже шикарные самые, да. Постепенно зачищаем всю тут гадость. Построили вчера аванпостик первый. Но сегодня мы... уже вчера мы наметили его, да, посмотреть аванпост, да, вот он здесь, да. Но мы потом это сделаем так, что соберем тут науку. Кстати, сколько науки здесь? 156 осталось. Потом соберем инструментики, скинем здесь и будем продолжать путешествовать. Так, смотрим, что у нас... у нас тут гады у нас есть, так что давайте используем сначала их. Ой, опять по ушам получил. Ну ладно, тут же ноль, будем отсылать его домой. А, нет, кстати, мы зайдем сначала сюда, соберем все инструменты. И сюда зайдем, соберем все инструменты. И тогда мы отправим его домой. Так, женщина, ты идешь сюда. Нам надо изучать, еще раз изучать. Так, хорошо, она собрала... не собрала. Так, а ты у нас что здесь делаешь? Собрала здесь конденсаторы. Хорошо, соберешь конденсаторы. Хорошо, она не получила по лещам, это радует. 25 осталось еще. Хорошо. Ладно. Так, извиняюсь, друзья, за мой голос, так как я чуть мать простыл, походу, я так чувствую. Ну, постараюсь по возможности быстренько вылечиться, чтобы это не отражилось на контенте, говорится, с этим голосом интересным. Так, опять же, вторую скорость врубаем и продолжаем развиваться. Так, это что у нас? Четвертый помер уже? Ёшки-матрёшки. Да. Так, у нас тут подрос человечек. Это радует. Так, извиняюсь за месседж. Месседж. Так, что надо, кстати, выключим звук, чтобы не мешал нам здесь пока что. Так, хопа, все, вырубили. Так, хорошо, извиняюсь, друзья. Так, продолжаем. Итак. А где звук? А где музыка? Что-то не понял. А где музыка? Лё, пацаны, блин, что за фигня? Да подожди секунду. У нас же играла музыка в фоне. Куда она делась? Звук. Громкость музыки. Давайте врубим чуть-чуть погромче. Вроде бы что-то не слышу его. Подтвердить. Музыки нету. Так, значит, знаете, что делаем? Сохранимся. YouTube. И перезайдем. Что-то так как-то, блин. Продолжить игру. Нет. Выйти в меню. Главное, подтвердить. О, извиняюсь. Ну вот тут музыка играет. А что там не играло? Ну ладно, подождем, Алис. Так. Некоторые колонисты работают лучше других, но это не значит, что о бесполезных можно не заботиться. Ну подожди. Закон Дарвина работает здесь. Выживает сильнейший. А зачем нам нужны люди, которые вообще не справляются со своей работой и ничего не могут нам предоставить, да? Ну ладно, это не об этом. Посмотрим, что у нас тут получается. Так, что такое зеленое? Ну, ясно. Но опять же музыка не играет здесь. Почему? Может быть просто... какая-то пауза? Но здесь играет. Очень странно. Ну ладно, соберем ресурсы. По лещам получит, да, ёшки-матрёшки. Ну ладно, хорошо, женщина. Значит, что ты сначала проверь. А, ты все очки используешь. Ну ладно, проверь просто. Может, там у нас поселение будет? Нет, у нас нету поселения. Ну где ж поселение, ё-моё. Ладно, черт с ним. Ты идешь сюда. А, кстати, же мы можем что-то выучить. Изучить что-нибудь. У нас же открыто. У нас же очков много. Я хочу добраться до экскаваторов. Экскаваторы. Я хочу экскаваторы.
Пища, источник белка, потому что подождем. Энергия, ну тут будет промышленная добыча слишком далеко. Производство энергии, ну можно, конечно, колония. Сохранение знаний, библиотека. Средний бонус к счастью на электрическое дне, вместимость 8 человек. Для электричества, что здесь у нас? Управление гневом. У всех своих предоставителей доступны некоторые колонисты любят отдыхать, наблюдать за побоищем на арене или получать в морду лично. Это прекрасный способ сравнить пар и отвлечься от мысли о выживании. Может и не самый цивилизованный вид досуга, зато у ценителей повышается уровень счастья. Для работы необходимо электричество. Значит, сначала мы, значит, знаешь, что сделаем, друзья? Мы сначала построим производство. Производство энергии, второй тир. И тогда мы выучим массивные аккумуляторы. Нам дадут большой ветряк. А что у нас здесь дается? А большой ветряк дается сейчас. Технологичное производство, привлекательный центр для работы требуется очень много энергии. И в этом случае он не обойдется без привлечения регулярной большой солнечной работы. Много энергии складывается для защиты во время катастроф. О, складывается защита. О, большой ветряк при этом вырабатывает достаточно энергии даже для многолюдной колонии. Солнечные батареи вырабатывают энергию только днем, а ветряки нужно чаще обслуживать. Ах ты, какая жопа. Ну да ладно, хорошо. Как скажете. Да что за фигня? Почему у меня тут звук какой-то идет? Непонятно. Сейчас, секунду, друзья. Что за... Что за макар? Я что, отрубил? Какие звуки? Хорошо, сейчас не должно быть ничего. Ой, да, это сраный насморк. Так что извиняйтесь заранее, да, по поводу этого, блин. Хорошо, так, ладно. А, мы изучили... Что-то с энергией, да? Я уже забыл, что мы изучили. А, большой ветряк. Мне очень интересно построить, сколько он занимает места. Давайте по... Ух ты, вот сюда мы его забубеним, друзья. Так как сюда, и даже сюда можно его забубенить. Нет, туда нет, мы сюда забубеним его. Нет, не будем бубенить сюда. Или сюда, или сюда. Давай сюда поставим, у нас тут электроэнергии. Вот так сделаем. Тогда, а чего-то не хватает, чего не хватает? Бетон. Бетон? Хорошо. Кстати... Где-то, я не понимаю, где-то, куда-то исчез звук. Звук игры. Музыка пропала. Так, друзья, знаете что, я сейчас перезапущу игрушку. Для вас это будет секунда, а для меня это будет чуть побольше, да, так что никуда не отходите, мы сейчас скоро вернемся. Друзья, мы вернулись, перезапустили игрушку, но ничего не работает. Не знаю, к чему, почему. Вроде бы все настройки нормально, все работало вчера, а сегодня что-то не хочет вообще, ни алло, не работает. Ну ладно, может быть потом появится, в дальнейшем, не знаю. Ладно, пока что будем в этом виде, хоть какой-то звук где-то, иначе только мой голос слышите, и то, который хриплый уже по большому счету. А когда находишь на большую карту, все нормально. Вот еще интересно. Очень интересно. Ладно, давайте сначала проведем территорию. Мне нужен аванпост, алло. Не аванпост, а какое-нибудь еще помещение. Ой, не помещение, поселение, помещение. Извиняюсь, друзья. Так, ладно. Ты что у нас делаешь? А, ну, собирай еще. Надеюсь, блин, опять она получила по лещам. Она не сможет собрать, значит, что ли, если она следующий сейчас получит еще раз по ушам, будет вообще не алло. Сколько осталось у нас здесь? 262. Ну, надеюсь, что в следующий раз у нас все получится, и мы не получим по ушам. Ну да, сюда заходишь, и здесь звука нету. Птички хоть играют более-менее, но это еще радует. Ладно, а если мы подальше отойдем? Нет, ничего не получается. Нет, видишь, сразу звук пропадает. Ладно, нам нужен бетон. Нам нужен бетон. А бетон где-то вообще... А почему бетон мало добывается так? Так, ты заходишь, вторую скорость рубим. Вторую скорость рубили. Ага, вот почему. Возможны ресурсы переместить в рабочую зону. Нам нужен бетон. Срочно будет бетончик нужен нам. Я хочу проверить эту кучу бетона. Или там появится у нас залежи. Или не потом, может быть, как-то, когда мы только откроем эту тему, тогда только появится. Вот сюда мы зайдем. Довольно-таки далеко, но ничего страшного. Пусть погуляет сюда. Поищет бетон. И потом второй раз направим еще одну группу. Еще один склад туда. А что они здесь забывают у меня? А, они тоже добывают здесь бетон. Очень нехорошо. Это очень хорошо. Так, что с ягодами? Ягоды. Ягоды собираются. Ну, с едой вообще у нас никаких проблем нету. Так, что у нас? Колонисты хотят поговорить с нами. Ну, поговорим с вами, что вы хотите. Пара ваших колонистов заметили, что в глубоком ущелье неподалеку застрял какой-то автомобиль. Возможно, в нем есть что-нибудь ценное. Но спускаться туда без специального снаряжения может быть опасно.
Они все равно хотят рискнуть, ведь наверняка автомобиль есть чем поживиться. Ну давай, разреши. Колонисты, один ранение, плюс два комплектующие. Хорошо, ладно. Ой, надо было прочитать, что там написали. Ну да ладно. Травма Зои. Ну что, наше улучшение на электроэнергии происходит. Происходит, хорошо. Значит, заодно поставим, чтобы более-менее красивенько выглядело. Мы поставим... А, кстати, даже не будем ставить. Не, мы поставим... Знаете, что поставим? Мы поставим вот такой маленький ветряк. Вот так, чтобы тут вот... Ага, хер он тут не влазит. Ладно, ну мы поставим что-нибудь другое туда. Поставим туда... Что такое? Пластик. Ага, собрали весь пластик, да. А вот, и видите эти залежи. Пластик под землей. Мы убрали большое этот, как скопление пластика. И, как говорится, это верхушка айсберга. И у нас тут, видите, 3189 пластика. Дофига. Считаешь, сам будет с металлом вот здесь, когда они уберут. Походу, по идее, должно такого быть. По крайней мере, так должно быть. Я не знаю, или будет. Ну, посмотрим. Ладно. Пока они там сейчас перерабатывают. А все уже переработали. Уничтожить. Карта мира. Посылаем эту женщину за и информация, то бишь за обновлением, блин, обновление, за ресурсами науки. Что мышка зацепилась у меня. Так, ты, чувак, ты что, у нас собрал, не? Нет, еще не собрал, еще 13 можешь забирать. Так, хорошо, собирай. Женщина, я надеюсь, что ты у нас не умрешь. Смотрим. Да, она опять получила палища. И, ну, значит, она будет возвращаться у меня домой. И тут осталось сколько? 112. Ну, блин, я не буду рисковать, буду все-таки отсылать ее домой, пусть она хилится. Так, все, израсходим. Так, у нас 700 очков. Давайте попытаемся добраться до производства. Я хочу построить первые эти, как его, экскаваторы. У нас как раз хватает очков. Исследуем и добыча, промышленная добыча. И сразу поставим сейчас пластмассовый, этот экскаватор пластмассы. Туда протянем дорогу. Вот у нас здесь есть дорога. Вот, отсюда вот так отлично будет у нас все будет здесь смотреться. По фэншую, как говорится, да? Так, сюда заходим, вот сюда, сюда, вот так. И строим. А где у нас, получается, добыча будет сейчас? Нет, нет. Ремонтерская мастерская уже построили. Это у нас... А, у нас где-то здесь... Нет. Здесь тоже нет. Это где ты? Большая аккумуляторная батарея. Подожди, я что-то не понял. Где ты находишься сейчас? Дом? Нет. Скважины? Нет. Еда? Нет. Водичка тоже логично не будет. Где-то здесь должен быть, да. На вот же, экскаватор металла, экскаватор бетона, экскаватор пластмасса, пластика. Вот сюда его просто ставим. Вот так. Ставим его. Отлично, вот так здесь сюда. Не, вот сюда поставим. Вот так, вот так, вот так. Хлыбысь. Забубенили. Сейчас с пластмассой вообще никаких проблем не будет. У нас будет достаточно пластмассы. Так, тихо, чё, почему-то тут нехорошо так встал. Вот так сделаем, красивенько, вот так, супер. Когда не железо берут, мы построим железный. Как говорится, этот. Так, что ему нужно для постройки этого? Металл, а сколько он энергии использует? Вот это уже вопрос, интересно. Специалисты готовы перейти к этому. Большой ветряк построенный, хорошо, у нас вырабатывается 46 энергии. То бишь 74 производится, потребление 28, баланс 46, неплохо. Так, женщина, ты собирай. Дальше, у нас тут все хорошо, у нас тут нет никаких опасностей. Ты идешь. Соберешь еще инструменты. А ты... Мы, конечно, могли бы рискнуть. И сохранить... Подожди, знаешь, что сделаем? Рискнем. Сейчас сделаем так. Сохранить игру. Это маленький читерская шняга, но ничего. Лучше попроверим. Я не хочу гнать обратно сюда эту же женщину опять потом. Если что, умрет, мы и загрузимся. Нет, друзья. Смотрите, как хорошо получилось. И все, здесь пустенько. И тогда мы будем уже возвращать ее домой. По пути она просто проведует территорию, чтобы по максимально она использовала все свои моменты. А, даже вот, на, пошлем мы туда, где наш дом. Мы пошлем ее кстати, через эту сторону. Да, так и сделаем. Так, все, у нас есть расходные ходы. Так, смотрим. Строитель, игра сохранена, это понятно. Большой ветряк построенный. Сюда я хотел поставить что-нибудь красивенькое. Ну, давайте поставим что-нибудь такое. Улыбашку какую-нибудь сюда, какую-нибудь, не знаю. Не знаю, что, памятник не хватит. А, давайте памятник поставим сюда. Памятник путешественникам. А потом рядом поставим еще, вот, не знаю, какой-нибудь растущий куст. Вот так, один кустик. Ой, shift надо было зажать, не этаж. И второй. Чтобы было так красиво все. Отлично. А вообще-то, можно, знаешь, что мы могли туда построить? Нет, вот это мы отменим. Ой-ой-ой, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Отменить, отменить строительство. Не хватит мне на... Да, вот так сделаем, отлично.
что мы могли бы еще туда забубенить? Можем что-то забубенить такое маленькое туда? Туда засунуть что-нибудь? Вот такие можем засунуть? Нет, не получается. А сюда? Вот сюда ползаем. Пусть будет красивенько. Кто-то еще и сюда. Чему такое? Вот такое поставим. Вот так. Отлично. Так, что у нас где-то? Лес-то высаживается. К вашим воротам пришли... Ребенок умоляет о помощи. Смотрим. К воротам поселения пришел ребенок и оскорбляет женщина. Она держит за руки. Женщина точно нуждается в медицинской помощи. Пожалуйста, пожалуйста, дайте моей маме лекарство. Блин, зерно. Я не могу. Блинский. У меня нету аптечек. Похищенки, ну извини, дружище, ну нет, я бы с удовольствием дал бы, блин, ну нету. Мать. Так, хорошо, ну ладно, ну что ж поделать уже теперь. Отлично. О чем я говорил, что есть рабочая зона, которую мы можем переместить, чтобы они работали, например, сюда, да? Отлично. Так, ты что, у тебя дерево закончилось? Переместить рабочую зону. Ну давай сюда тогда, вот здесь у тебя очень много деревьев. Специалисты готовы к работе, поехали. Специалист, иди сюда. Собрал уже сюда, ну иди сюда, так нет. Или давайте сначала, да, посмотрим, что здесь рядом. Опять бандюганы. Я, наверное, поселение никогда в жизни не найду здесь. А ты иди сюда. Так, видите, да, я обозначил точку, куда он должен прийти. И я больше не должен об этом беспокоиться. Когда у него придет следующий, когда общий цикл пройдет времени, да, он сам дойдет до этого места. Кстати, у нас вяленое мясо. Не собрал вяленое мясо. Как это так? Ладно, хорошо, черт с ним. Так же самое и здесь. Ну, я женщину поставлю на исследование. Может быть, найдем какое-нибудь поселение. Но нет, походу, ничего не найдем. Потом это проверим здесь. И туда-сюда, вот так, и выйдем сюда, в эту сторону. Хорошо, отлично. Так. Так, секундочку, друзья. Так, все. Надо было что-то тут... Так, это... Что у нас здесь? Больничка. Знаете, что делаем? Это сделаем вот так. Это сразу бабам сносим. Уничтожить. И я хочу сюда еще одну больничку сюда поставить. Давайте еще одну больничку поставим. Больничка, иди сюда ко мне. Где ты, больничка? Полевой госпиталь, иди ко мне. Так, хорошо. Отлично. Будет два полевых госпиталя здесь. А здесь мы это... Чуть-чуть поменяем. А может даже нет, мы просто здесь что-нибудь такое красивенькое сделаем. Пусть стоит пока что. Нам это не мешает. Так, эту территорию убрали. Дальше переместить рабочую зону. Это мы должны вот здесь сейчас, пусть идут убирать здесь сначала. Тут мы какое-нибудь поле посадим. Так, домов у нас достаточно, воды у нас достаточно. Так, значит, что могли еще бы сделать? Мы, так, памятник следопытам завершен. Отлично. 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 Энергия добывается, все супер, плюс 30. Хорошо. Хорошо, батарейка у нас есть, 2000. А что надо для большой батарейки, например? Мне просто очень интересно. Не будем строить, конечно, 10, у нас 24, 25 металла этого. Мне просто интересно, солнечная батарейка, сколько она вырабатывает? 16, да? Давайте посмотрим, как это выглядит, да? Просто посмотрим, как это выглядит. Куда я могу забубенить и сюда? Нихера не могу. А сюда? Нет, тоже? Нет, не получается. А сюда? Вот так? Тоже не получается. А сюда? Не слишком много места за меня не будем ставить. А у нас здесь, если будет, здесь у нас будет, вот сюда можно поставить. Тут у нас местечко есть как раз. Пусть построят. Энергии никогда не бывает мало, много. Пусть строят, хорошо. Так, отлично. Еда у нас все отлично. Здоровье у нас все здоровенькие. Так, ну что у нас здесь? А что здесь мигает? А, у них уже возобновилось все. Ладно, иди проверь, что здесь. Бетон. Бетон? Ну, бетон нам нужен, по идее. Она может захватить потом по дороге. Ладно, ты проверь, что здесь. Что, ничего? А, дрова? Да, дрова. Хорошо. А, ты... А почему ты не пошел? Странно. Должен был заходить, и было бы все нормально. А он сбросил вообще ресурсы? Походу, да. Да, он сбросил, походу, да? Проверим. Да, он сбросил. Отлично. Так, эти работают. Это у нас работает. А, 60. Ну, тут одного не хватит, блин, этого хранилища, чтобы это все почистить у нас здесь.
Что солнечные батарейки у нас строятся, да? Да, строятся, отлично. Так, что с металлом у нас здесь тоже хорошо. А, уже у нас пластмасса добывается. Сколько энергии используют, это не вопрос. Потребление 44. А почему, что случилось? Почему не работает? Почему не идет? Почему не работает эти женщины? Либо она пошла отдыхать. Походу она пошла отдыхать. Ну ладно. Чёрт с ним. Пусть отдыхает. Так, значит, ну так, сейчас нам тут А, у нас же есть какие-то очки исследования. Давайте посмотрим, что мы можем открыть. Так, у нас здесь все открыто. Колония у нас сейчас. Производство у нас открыто. Пища. Вот давайте сейчас займем. Так, или прогноз катастроф. Нет, давайте сначала пища или безопасность. Нет, или ну колония. Сохранение знаний, библиотека, счастье, пока что-то не надо. Развлечения нет. Давайте сначала по производству, да, по пище, то бишь, пойдем. Защищенный, ну это теплица. Источник белка. Производит из энергии. Ага. В мире, переживающих конец света, происходит искать новые, более эффективные источники белка. Например, выращивать съедобных насекомых. Личиночная ферма работает по тому же принципу, что и поле. Является при этом более надежным источником пищи, сравнимо с мясом. Для увеличения плода ищите новые виды яиц насекомых. Воу, это интересно. Для работы необходима энергия. Перед тем, как настроить задание, производящее электричество, проведите технологии производства энергии. Давайте, знаете, что сделаем? Теплица защищает посевы от стихии урожая, не будут сражаться даже радиоактивные осадки. Значит, вы обеспечите колонию надежным источником пищи даже на самые тяжелые времена. Однако теплица очень легко повредить. Для работы необходима энергия. Перед тем, как стоит, ну это опять на... Давайте сначала изучим белки. Будем выращивать каких-нибудь... Так, у нас детенок родился, да? Родился ребенок, да. Колонии хотят поговорить, сделать какой-то свалки. Погружение в помойку. Отлично. Как вам подходит двое колонистов, их переполняет азарт. Оказывается, неподалеку есть старая нетронутая свалка, которая, видимо, из-за запаха проигнорировали мародеры. Несет он от нее страшно, но вдруг там есть что-нибудь ценное. Можно снарядить экспедицию, отправить туда людей без должного снаряжения опасно, но кто знает, что там можно найти. В конце концов, если колонисты наденут еще один слой одежды поверх и возьмут лишний набор инструментов, это может оказаться достаточно, достаточным. Ну давайте. 11 металла. О, это хорошая штука. Это нам понадобится для тусовки. Тут мы ничего не можем сделать, так как у нас специалист готовый на карте. Так, хорошо, женщина, ты иди. Давай проверь что-нибудь, не знаю. Вот сюда проверь что-нибудь здесь. Может быть, здесь какая-нибудь колония будет. Да нету колоний. Куда они все делись? Твою же дивизию. Ну ладно. Этот отдыхает. Хорошо, пусть отдыхает. Что здесь? Бетон. Бетон нам нужен. Пусть она зайдет за бетоном сначала. Она возьмет 50 бетона, нехило. Нормально. Окей, возвращаемся обратно. Сюда. Так, эту солнечную батарейку еще не построили? Нет, а это тоже, опять же, не работает здесь, да? А это что у тебя тут? Вот есть. А, все нормально. Я думал, что, блин, как-то тут что-то неладное происходит. Я хочу видеть, как она работает над этим, на этом процессе. Ну давай, бежи туда. Вот она побежала. Хубучище запрыгнул. Или что это? А, она, наверное, одела все защитные костюмы и погнали. Она использует 12 энергии. Да, друзья, вот, 12 энергии. И отлично, вот, работает. Замечательно. Да, очень удачно, что у нас большие кучи металла. У нас здесь пластмасса есть и железо. Все, это нормально. Бетон еще нужен. Вот единственное, бетон у нас был там, да, где-то в том конце. Да. Сейчас там, друзья наши, большая солнечная батарейка построена. Она производит у нас 16. Отлично. Так, бетон собрали, вся маленькая руда. Так, это кто собрал? Значит, не этот, а может быть этот? И это уже нет. Что с ягодами? Ягоды собирает еще, хорошо. Ладно, ладно, ладно. Так, что мы еще тут можем забубенить сейчас? Такое интересненькое. Большая батарейка не хочу. Что-нибудь ну, такое красивенькое построить еще можно было бы. Средний уличный фонарь. Большой фонарь. Ух ты, блин. Ну, он потребляет энергии, наверное. Ну да ладно. Раскашлялись там. Давайте сюда один поставим. Блин, там было второй это взять. Там еще противоположно поставим их, чтобы у нас наши памятники освещались, а потом тут такие еще деревья посадим. Сейчас, секундочку, посмотрим, что у нас тут такое красивенькое есть, которое довольно-таки много места занимает. Сколько это занимает? Нет, это мало. Может побольше как-то?
большое дерево. Во, во. Одно деревце сюда. Блин, надо было... Не, чтобы нажать shift и еще один такой забубенить. И сюда, да, сюда вот можем, да, сюда можем. Как не можем? Вот сюда можем. А сюда уже мы не можем, тут у нас это постройки. Хорошо, нормально, пусть стоит. Отлично. Так, тут у нас этот... Закончено строение 3. Ну, это тут у нас уже тут сейчас... Строим всякое разное. Так, здесь мы пока что, знаете, активно паузу нажимаем сюда. Нам не нужен, сейчас у нас есть, хватает людей на лечение наших колонистов. Так, это возобновилось. Так, что у нас здесь? Блин, 48, но на 8 забирает. Давайте сюда. Но нету никакой сраной колонии, я не понимаю, чтобы могли мы с ними начать торговать. Бетон заберешь сесть, да, заберешь весь. В следующем уже ходу я тебя открою, отправлю сюда, потом сюда, и ты будешь уже почти что дома. Так, отлично. У нас с аптечками все печально, очень печально. Так, 18 этого, так, 144, пластмасса, бетон, вообще об этом сейчас не думаю. Так что вообще шикарно. Сейчас металл тут тоже закончится, я хочу проверить, сразу поставим туда мы... Еще одно производство, ну, то бишь, еще один экскаватор, уже железо. Ядерные ходы, нужен новый источник. Сейчас, не вопрос. Не вопрос, переместить активную зону. Давайте очищать наш райончик здесь весь. Вот сюда пошли, быстренько, хорошо. Работайте, работайте, друзья. Как говорится, в мире труд, все перетрут. Хорошо, женщина, ты идешь куда? Ты идешь сюда. Потом соберем мы лекарства. Ах ты, блин, не хватило тебе, да, очков. А так, все, ты вылечился. Так, смотри, ты идешь сюда. Бетон, хорошо, ладно. Ты, женщина, идешь. Давай сначала сюда посмотришь, потом сюда и так. Да ёж ты, матрешки, ну нету колонии. Наверное, эта колония будет вообще в какой-то звезде, наверное, далеко и на... очень далеко. Надо было сюда вообще заглянуть. Блин, вот дурак. Ну ладно, черт с ним. Не первый и не последний день играем, как говорится. Итак, что у нас здесь? И опять ребенок родился, да? Воспитание товарищ, после хорошего отдыха. После отдыха. Лечевая болезнь минус один, так. Как ротом прибыла группа выживших. Выжившие ищут убежище. Мне вот интересно, ведь не может быть, чтобы все наши технологии стали бесполезны после конца света. Так что, что случилось, что с самолетами, танками и все остальными. Что, давай, берем. Берем, 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 берем. Развиваем колонию, развиваем. Пусть работает. Так, кстати, надо сейчас посадить нам по... Здесь у нас как раз мы сейчас почистили, можем посадить еще одно поле. Смотрим, или лучше так-то поставим, вот так поставим, да-да-да, туда нельзя, здесь так, вот так, да, поставим, вот сюда так, хопа, да, вот так, сделаем. Будет еще одно поле. Так, мы сюда не можем поставить ничего, тут нету плодородной земли. Так, аванпост. Значит, мы, значит, что здесь сейчас делаем, друзья, вот сейчас сюда поставим дорогу, скорее всего, да, давайте поставим сейчас дорогу, обозначим, да. По идее, она должна вот сюда, вот так, да. А, нифига, они позвали... А, тут не ползали от этой темы. Ну ладно, черт с ним. Вот так сделаем. Люблю дороги. Люблю дороги рисовать. Да да ладно. Ну как-то активно вы тут разбежались. Ну хорошо, работайте, работайте. А, у нас 16 человек, конечно, тут все очень быстро происходит. 3 человека. Так, что мы садим? Высаживаем, что у нас? Что у нас? Картошки, как у нас? 308. Кукурузы, да? Кукурузу высаживаем, да. Кукурузу. Кукуруза будет. Кукурузу будем. Кукурузу высаживать. Так, что у тебя, дерево закончилось? Переместить рабочую зону? Ну, давай сюда иди. Ну, или... Вот сюда вот наберем, вот сюда иди. Специалисты готовы к работе. Давай, погнали. И... Где ты, у нас женщина? А, ты проверяешь это, да? Ага, ясно. Ты что у нас тут? Ну, давай тогда собирай. Мне бетон пока что не надо. Потому что у нас сейчас бетон будет отсюда приходить. Ну, как обычно, блин. Как он вообще не прет, нам вообще не прет. Я, наверное, буду, блин, искать этот, блин, какое-нибудь это новое поселение, блин, не знаю, сколько серий. Ну, сейчас, я думаю, мы построим еще сейчас металлический. Вот именно. Да, у нас есть металл 3000 с копейками. Это мы уничтожим. Я думаю, мы построим сейчас добычу металла, и на этом мы закончим нашу серию. Довольно-таки. Неплохо мы тут развиваемся до данной стадии. Я надеюсь, в следующих сериях мы сможем найти, в конце концов,
Поселение, так, где у тебя тут подход? Вот здесь, так, вот так. Отлично. Отлично, ставим сюда. Дорогу проводим. Вот сюда, например, вот так, да. И вот так, чтобы так нормально, чтобы по фэншую все было. Так, что тебе надо для... А, у нас энергии, кстати, надо... Повысим производство энергии, друзья, кстати, давайте... Построим еще парочку этих, как его, больших ветрогенераторов. Вот сюда, например. Можем мы тут, наверное, два впиндорить? Раз. Два. Отлично. И чего нам не хватает? Ах ты, детали. Вот чего не хватает. Я надеюсь, что в дальнейшем мы сможем это производить сами. Ну, когда-нибудь в будущем, я надеюсь. Ну, посмотрим. А что у нас здесь, кстати? Я хочу, чтобы это построили в первую очередь. Не могу обозначить. А, все нормально. Тут у нас сейчас все это принесут. Не успели вовремя принести конденсаторы. Так, что ты у нас, женщина, здесь? Так. Хорошо, хорошо, что здесь. Сюда зайдем с тобой. Потом сюда проверим еще. Опять. Ну, опять не везет нам. А здесь? Ну, опять. Одни бандюганы у нас, друзья, вокруг. Одни бандюганы, блин, что могу сказать. А тут уже все открыто, да? Давайте сюда заглянем, что у нас здесь. О, йодные таблетки. Заберем, заберем. Однозначно заберем по пути. Потом пойдем дальше. Оказывается, у нас где-то уже открыта была территория. Большой ветряк, достаточно травматериалов, это понятно. Ягоды все собраны. Сейчас переместить рабочую зону. Ездим еще... Ух ты, сорян. Что-то не туда рманулся. Так, где у нас ягоды? Так, ягоды. Принесить рабочую зону. Да ёшки-матрёшки, ну! Слишком неактивно как-то. Неактивно, а... Быстро это все делаю. Травма колония... А, это травма, это ничего страшного. Так, у нас ягоды здесь есть, да? Ведь нам тут куча... Может, где-то было больше скопления. Вот, например. Увеличиваем. Я просто кого-то сейчас порежу, блин. С нажимаем, телепортируемся сюда. Переместить рабочую зону. Shift зажимаем. Нет, Control зажимаем, тогда повлечу. Вот, Control надо было, кстати, не Shift, блин. Shift она, чтобы больше материалов... одноразовых этих построить. Вот у нас тут три ягоды. А может быть здесь тут еще есть? А вот сюда, вот так, четыре ягоды захватят. Отлично. Пока что хватит им на это время. Так, что у нас здесь? Уже строится заводик, все отлично. Это радует. И будет 12, чем получается, будет 46. Потом у нас отключится электроэнергия. Ну, ну, нормально будет. У нас еще строится два этих ветрогенератора. Ну так, замечательно. Экстрактор где-то там. Сколько там человек? Один человек, два? Иди сюда, ну. Все, один человек, все работает хорошо. Специалисты. Ну, сейчас вышли, друзья, специалисты. И на этом мы сегодня закончим наше прохождение данной серии. Так, что ты хочешь? А, ты это здесь, да. Ну, давай. Давай-то сюда. Потом сюда, вот так. Проведаем, что здесь происходит. На карте, как говорится. Так, это он сможет проверить, походу, да? Я надеюсь. Да-да-да, замечательно. Опять бандюганы. Женщина, забираешь таблетки. Отлично. Отлично. 5 таблеток, сколько осталось еще таблеток? 14. Ну, там мы будем учиться. Так что, друзья, большое вам спасибо за вашу поддержку. На сегодня мы закончим прохождение этой серии, то бишь развитие. Так что, к сожалению, мы опять сегодня нашу поиск колонии увенчался успехом. Ну, не теряем надежды, надеюсь, в будущем у нас появится возможность найти какую-нибудь колонию. Ну, ничего, неплохо, сегодня тоже поработали, построили, как видите, экскаваторы по добыче пластмассы и металла, повысили производство энергии, ну и космические вещи добавили. Так что вам, друзья, большое спасибо за поддержку. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайкосики, отставить какие-то комментарии, чтобы я видел какой-то фидбэк от вас, да, какой-нибудь вообще реакции по поводу этого дела. Советик, конечно, ну и так далее и тому подобное. А вам я желаю всего доброго. На сегодня мы заканчиваем и увидимся уже в следующих сериях, друзья. Пока-пока.